Комплекс мероприятий «Внимание, дети!» в начале учебного года представители Брестской госавтоинспекции проводят регулярно, и 2013 не стал исключением. Первоклассники 1 и 6 учебно-педагогических комплексов «Ясли-сад. Начальная школа» сегодня приняли участие в увлекательном представлении, которое для них приготовили сотрудники ГАИ совместно с предприятием «Окнаград». Фильм о мальчике Семене, который знал, выполнял и учил других правилам дорожного движения. Увлекательные конкурсы и загадки, ответы на которые ребята искали совместно с ростовой куклой Дейлом, и подарки сделали мероприятие не только полезным, но и легким, веселым и запоминающимся, что особенно важно при обучении младших школьников. В период времени со 2 по 7 сентября сотрудники госавтоинспекции во всех учреждениях общего и среднего образования проводят неделю безопасности дорожного движения. В рамках данного мероприятия совместно с предприятием «Окнаград» нами проводится профилактическая беседа среди учащихся учебных учреждений, и всем первоклашкам вручаются световозвращающие элементы для того, чтобы они стали заметными в темноте. Все мы несем ответственность за подрастающее поколение, и здесь нельзя быть равнодушным. Именно поэтому компания «Окна» «Град» принимает участие в акции посвящения первоклассников-пешехода, которые проводятся совместно с ГАИ по правилам безопасного поведения на дорогах. Мы знаем, что все дети подготовлены к школе, но, возможно, не у всех есть фликеры. Именно поэтому компания дарит детям такие яркие, заметные фликеры. Ребята, несмотря на юный возраст, показали хорошие знания в вопросах безопасности на дорогах и потому активно помогали и запутавшейся кукле Дейлу в них разобраться. При каком сигнале светофора можно продолжить движение, а при каком выход на проезжую часть запрещен? С какого возраста можно ездить на переднем сиденье автомобиля и что обозначают основные для пешеходов знаки? Ответы на эти вопросы ребята давали практически хором. О последствиях же нарушений правил движения говорили не по-детски серьезно, а значит, сомневаться в том, что они хорошо знают и выполняют, не приходится. Сегодня я вспомнила опять правила дорожного движения и буду всегда в темноте носить этот фликер. Потому что я не хочу, чтобы меня машина сбила, еще какие-то неприятности были. Мне очень понравилось наше мероприятие. Я всегда буду носить этот фликер. Проведение подобных акций, несомненно, дает положительные результаты, ведь повторение – мать учения. А ответственность за детей несут взрослые, и в первую очередь родители и учителя, которые должны постоянно напоминать ребятам о правилах и требовать их выполнения. А главное – обязательно на личном примере показывать, как именно нужно себя вести в той или иной ситуации. Ведь ребенок всегда смотрит на взрослых, а значит, оно должно быть безупречным. Сегодняшняя акция, безусловно, важна для учащихся не только первых классов, но и учащихся и начальной школы, и даже, наверное, и старшеклассников. И хочу сказать, что наше сотрудничество с госавтоинспекцией уже длится на протяжении не одного года. Регулярно мы проводим мероприятия, декады, недели, направленные или посвященные безопасности, где дети у нас имеют возможность закрепить правила поведения на дороге, на улице, что, конечно же, служит гарантом и залогом их безопасности. Большинство несчастных случаев по статистике происходит из-за спешки, невнимательности, а также невыполнения простых, на первый взгляд, правил безопасного поведения на дороге. Поэтому госавтоинспекция напоминает, что внимательность, грамотность и сознательность водителей и пешеходов – главные условия обеспечения безопасности наших дорог.